Здравствуйте, дорогие телезрители. Меня зовут Андрей Иванов, и это программа «Актуальное интервью». И сегодня у нас в студии мэр Ангарского городского округа Сергей Петров. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Анатольевич, еще несколько месяцев до завершения строительного сезона, но уже сейчас можно подводить какие-то итоги. И, например, возьмем отдельную категорию строительства, которая волнует, пожалуй, каждого ангарчанина – это дороги. Так вот, что уже сделано в этом году и что планируется успеть еще? По большому счету, практически на всех участках работы подходят к завершению, на некоторых завершены. В этом году у нас по программе «Безопасные качественные дороги» в ремонте было 8 участков. Общая протяженность чуть более 10 километров. Часть работ, повторюсь, уже выполнена, часть работ подходит к завершению. В общем-то, это, скажем так, не самый большой объем дорожных работ, который у нас был, начиная с 2017 года по сезонам. В общем-то, подрядчики мобилизовались, нет тех проблем, связанных с пандемией, которые были в 2020 году. Уже приспособились люди работать, привыкли. Поэтому по сроку завершения у нас нет никаких сомнений, что работы будут своевременно окончены. Мы не уйдем под снег в холодный период. Поэтому те 10 километров, которые наметили, мы их, безусловно, сделаем. Федеральная программа, как вы уже сказали, «Безопасные и качественные дороги» – это прекрасное подспорье для Ангарска. Именно этой программе что уже удалось сделать в Ангарске? Ну, по сути, все, что делается в части комплексного ремонта дорог, это только эта программа. Структура бюджета такова, что, по сути, собственные доходы, те нормативы, которые обеспечивают собственные доходы бюджета, они идут практически на содержание территории. Угу. Все капитальные ремонты, инвестиционные проекты, строительство инфраструктурных объектов – это все идет по федеральной программе. Поэтому, по сути, несколько десятилетий Ангарск был лишен просто комплексных ремонтных работ дорог. И если обернуться на 5 лет назад, мы понимаем, в каком состоянии была улично-дорожная сеть. Вообще, конечно, без внедрения этой программы, без ее реализации, наверное, дорожная сеть, она, по сути своей, в нормативном состоянии поддерживаться просто не может. Поэтому, скажем так, внедрение этой программы — это, наверное, был единственный выход, когда можно что-то изменить в дорожной инфраструктуре. Ну, это на самом деле видно уже по городу, что все-таки что-то меняется. Тогда к следующему вопросу, Сергей Анатольевич, скажите, пожалуйста, в Ангарском округе дороги каждый год ремонтируются. Кто контролирует эту работу? И есть ли гарантия от некачественного выполнения работы подрядчиком? Например, муниципальная комиссия проверила, как участки пережили зиму. Подрядчики устранили нарушения? Ежегодно контроль осуществляется, безусловно. Безусловно, идеализировать работу нельзя. Ну, как, наверное, в любых отраслях есть вещи, которые требуют гарантийного ремонта, возврата к производству работ. Контроль осуществляется, безусловно, муниципалитетом, но так как это программа федеральная, то ключевой контролер – это Росавтодор. Контроль начинает осуществляться на фазе заключения контрактов, аккредитация заводов асфальтовых. Если заводы не прошли аккредитацию, то сырье с этих заводов на дорогах не применяется. По ходу работ то же самое осуществляется. Системный контроль. Ну, еще раз повторюсь, ключевой здесь, конечно, игрок Росавтодор. Без его заключений никакие акты не подписываются, не принимаются работы, естественно, не выплачиваются деньги. Подрядчики... Безусловно, есть проблема подрядчиков, которые становятся на следующий год там недееспособны или каким-то образом попадают в фазу невозможности исполнения своих гарантийных обязательств. От этого никуда не деться. Это естественный процесс. 44-й закон, по которому мы контрактуем
все виды работ, он не предполагает такого фильтра, как исключение банкротства и так далее. Поэтому эти вещи случаются, но в большинстве своем подрядчики гарантийные обязательства исполняют. Сложности есть с проектными недоработками. Проектные недоработки тоже тяжелая тема. Те же самые условия заключения контрактов, они, по сути, проектировщиков постепенно как класс уничтожают. Скажем так, если в производстве строительных работ еще необходимо наличие каких-то активов, материальных, техники и так далее для выхода на контракт, то он понимает, что такое проектировщик. Лицензия и все. Угу. Поэтому качество проектирования – это, конечно, просто бич современных всех строительных работ, в том числе и дорожных. И мы системно сталкиваемся с этим проблемами. Системно. То есть качество проектов – это просто, наверное, сегодня такой краеугольный камень формирования проблем. Да никак. Вот исправляем по ходу уже выполнения работ, перепроектируем. Наглядный пример улицы Чайковского. Угу. Она уже у нас стала своего рода нарицательной. Когда говоришь о каких-то там тупиковых вещах, говоришь, на что это? Вторая улица Чайковского? То же самое. То есть проект выполнен некачественно. Выполняли люди, которые, по-моему, даже в Сибирском федеральном округе, не знаю, были они в Сибири когда-нибудь или нет. То есть они не знают наших условий, да, вообще, в принципе. Условия они знают, но просто не проведя должным образом изысканий, не изучив подземные коммуникации, посадили на теплотрассу полотно дороги. Теплотрассу надо выносить. Кабельные переходы. Там очень сложные переходы в районе узла связи. Мы понимаем, какие там пучки подходят всевозможных кабелей. Все это, значит, в кабель-каналы надо запускать. Масса вещей, отметки, элементарные вещи, отметки, подпорные стенки не запланированы. Ну, я не буду детализировать, я просто скажу, что это системная проблема. Угу. Вот проблема дорожных комплексных ремонтов начинается с проекта, с проектировщиков. Особенно, где это касается строительства новых участков, как это было Ленинградский проспект, как это была улица Чайковского. Работы выполняются значительно быстрее, нежели готовится, согласовывается, экспертируется проект, и потом его недоработки, его какие-то ошибки в процессе строительства уже вынуждены исправлять. А мы знаем, какой у нас сезон. У нас от снега до снега 4 месяца. Поэтому это создает свои сложности. Ну, а в целом, что касается, еще раз повторюсь, гарантийных обязательств, к сожалению, проектные организации, их ответственность минимизирована. И то, что мы имели по участку улицы Декабристов напротив 15-го микрорайона, это как раз та тема, когда, да, проектировщики наши, не наши, а те, кто выиграл контракт, совершенно должным образом не провели изысканий. Подрядчик выполнил работы в соответствии с проектом, но проектом должны были быть предусмотрены иные условия строительства дороги. Сегодня проектировщика нет, подрядчик ни при чем. Имеем то, что имеем. Да? Вот эти вещи случаются, и они, по сути своей, наверное, исключить их в будущем на 100% невозможно. Мы с этим будем системно сталкиваться. Но, тем не менее, год от года все-таки у нас и пул подрядчиков формируется более-менее уже проверенных. Надежных, да? Получается. Да, и как-то стараемся все-таки уже и с проектными организациями каким-то образом все-таки давать им оценку на фазе до заключения контракта, насколько это возможно в рамках закона 44-го. Сергей Анатольевич, в этом году в Ангарске уже отремонтировано, как вы уже сказали, или еще скоро завершится ремонт 10 километров дорог. Мне кажется, этого недостаточно для полноценного развития. Ну, можем здесь поговорить цифрами. Это будет самое правильное. В Ангарске 440 километров дорог. 440 с твердым покрытием. Срок эксплуатации дорожного полотна в наших климатических условиях с учетом наших материалов, применяемых определенного, там есть ГОСТы по битумам, по связующим и так далее, 8-10 лет. Математика. Делим, получаем. 40-50 километров дорог надо делать ежегодно. Тогда мы будем иметь вот тот сценарий идеальных дорог, к
которые у нас люди, бывающие в других странах, приводят в пример. Мы ремонтируем с вами максимальное количество, было в 2020 году, максимальное количество. Так что совпало, что тут и пандемия, и сложно было выполнять. 21 километр. Угу. Это все, что мы сделали максимально за весь процесс. То есть, понимая, если мы говорим об исчезновении проблемы дорог, этого не произойдет. Не надо жить иллюзиями. Все имеет свою цену. Все имеет свой ресурс. Вот на сегодня нам надо в год порядка миллиарда рублей. Миллиарда рублей. Тогда дороги округа возможно привести в идеальное состояние, нормативное, как раз со всеми требуемыми там освещениями, всеми там зонами, со всеми сопутствующей инфраструктурой. Тротуары там и так далее. Тротуары, да, велодорожки, все вот о чем все это мы говорим. Угу. Все упирается в деньги. О чем бы мы ни говорили, мы говорим о деньгах. Как всегда. Мы получили максимальное количество денег 470 миллионов в 2020 году. И вот на них выполнили 21 километр. Как раз половина выходит. Да, да. Вот говоря. Это вот примерно то, когда мы скажем, вот, вот проблем нет у нас. Да, в России всегда любят говорить, две проблемы. Ну, кажется, одна проблема все-таки. Дороги – это уже вытекающая проблема. Поэтому вот цифры за себя сами говорят. Да, согласен. Местный бюджет, еще раз повторюсь, это бюджет содержания. Содержание. Все развитие, все капитальные ремонты, инфраструктура. Это все предполагается за счет федеральных программ. С участием в основной массе федерального бюджета и областного. Вот какая-то такая картина вырисовывается. Но, тем не менее, я считаю, что те десятилетия, когда вообще в Ангарске не проводили комплексных ремонтов, их просто не было десятилетия. Эта проблема, она настолько накопилась. И то, что сегодня мы ее маленько расшиваем, ситуация в лучшую сторону, безусловно, меняется. Можно, как сказать, системно говорить, дороги плохие, но те, у кого есть память, и кто сел за руль там, 5-7 лет назад, у того четкое представление есть, что о переменах, которые произошли в качестве дорожной сети. Но еще раз повторюсь, если мы говорим об идеальной дорожной сети, об идеальной, миллиард в год. И она будет. И она будет, идеальная. Да. В течение 5-7 лет она будет приведена в идеальное состояние. Согласен, все познается вообще в сравнении. И в данном случае как раз вот ваш пример. Безусловно. Очень актуален. А помогает ли мощности асфальтового завода начинать ремонт дорог раньше и улучшать этот ремонт? Ну, да, да. У нас в муниципальной собственности есть завод. Угу. Его реанимировали, довели до ума. Сегодня Ангарск начинает первые ямочные ремонты на дорогах. Уже в марте месяце мы приступаем к выдаче асфальта. И вот в этой связи тоже хотелось бы, наверное, немножко акцент сделать какой. Вот по ямам на дорогах. У нас существует программа муниципальная «Ямы на дорогах». Так и называется «Ямы на дорогах». У нас в год приходит не одна сотня обращений. Вот на сегодня мне как раз информацию дали. Более 260 за этот сезон пришло обращений. Они устраняются в течение 10 дней. Ну, речь идет, еще раз говорю, о ямах на дорогах. Мы не говорим о дворовых проездах. Мы не говорим, на проезжих частях вы имеете в виду? Мы говорим только об улицах. Угу. Да, мы говорим об улицах. Дворовые темы – это отдельно. Сегодня мы говорим об уличной сети. Да. Дворы – здесь все не так однозначно. Во-первых, туда никакие федеральные программы, по сути, не заходят. Пока речь не идет о комфортной среде. Это комплексное благоустройство, детские площадки, все-все, и асфальт входит. А что касается ремонта дворовых территорий, у нас отдельная программа принята, дворовых проездов. Это дворы без ям. Она начала работу с этого года, по сути. У нас тестово было выполнено несколько дворов в том году, чтобы определить масштаб катастрофы, размеры затрат. И в этом году мы начали эту работу уже системно вести, составили рейтинги.
Так вот, возвращаясь к программе «Ямы на дорогах», я сталкиваюсь с тем, что люди направляют в какие-то там сети, на какие-то сайты. Вот у нас такая яма, сайт, значит, там начинает смаковать, какая яма. Вот коленные передачи, это не надо делать. Есть, еще раз, на сайте администрации есть конкретно указаны номера телефонов. Угу. Обратитесь туда. Ваше обращение зарегистрируйте 10 дней. Яма должна быть устранена. Вот эта вот работа в части посылов на какие-то сайты, которые, значит, потом примеряют на себя мантию этого Бэтмена-спасителя. Все проще. Там все обращения ставятся на контроль. Системно докладываются. Это самая прямая передача. Угу. Увидели ямку, вот телефончик набрали, позвонили, вас зафиксировали. Все, через 10 дней не должно быть. А кто проверяет это, если что? Ну, управление жилищно-коммунальным. То есть комитет, контроль ведется комитет за вот по управлению жилищным, да, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству. Здесь у нас налажен многолетний опыт уже, есть система контроля. Поэтому это действительно очень эффективно работающая схема. Поэтому, пользуясь случаем, вот еще раз напомню ангарчанам о таком сценарии по обращениям и по оперативному поддержанию дорог в нормативном состоянии. Мы хотя тоже им напомним. Тот же ямочный ремонт, вот, по сути, не является даже гарантийным. Это аварийный ремонт, как хомут на трубу отопления поставили. Понятно, что трубу потом надо менять. Но, тем не менее, для безаварийности это такая эффективная программа. Все работы дорожные, в частности, ведутся в Ангарске согласно градостроительному плану, который был разработан десятилетия назад. Что еще планируется сделать в части, касающейся дорожного ремонта, согласно этому плану? Да, вы правы. У нас существует генеральный план. И вот сегодня, скажем, в этом... время, вот, завершая работу по улице Чайковского, вторая полоса от кольца на улице Троицкой до Ленинградского проспекта, угу. Это вот как раз реализация генерального плана 64-го года. Потребовалось чуть больше полувека для того, чтобы добраться до реализации этой задачи. То же самое Ленинградский проспект. Мы в течение нескольких лет системно выполняли задачу по сквозному проезду в одностороннем варианте через весь город. И я думаю, что в ближайшее время, это буквально считанные дни, этот проезд начнет функционировать. Что касается еще исполнения генерального плана прошлого века, это надо завершить строительство улицы Социалистической на участке от улицы Коминтерна до улицы Декабристов. У нас, трамвайные пути, да? Да. У нас в следующем году будет вторая полоса проложена. И, по сути, в городе вот все. Еще одна улица – это улица Преображенская. То же самое на следующий год она у нас в плане строительства. Это между улицей Алешина и Ленинградским проспектом. Параллельно проходит. С выходом на улицу Алешина в районе проезда на Старицу. Тоже у нас под застройку там большой массив. Сейчас 31-й микрорайон строится, там 34-й микрорайон, там медицинское учреждение запланировано. То есть эта дорога, она в перспективе будет, безусловно, востребована. Вот с этим все. В существующих границах застройки дорожная сеть будет приведена в соответствие с тем генеральным планом, который в прошлом веке у нас разрабатывался. Перспективы каковы? Перспективы у нас сегодня... разработка проекта Южного массива. Это за улицей Декабристов, туда в сторону 58-й. Садоводства Элиты. Да, 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 туда. Вот сегодня выполняется проектирование улицы Магистральной. Это еще одна улица, параллельно идет у нас Ленинградский проспект, Коминтерна, Декабристов. И следом идет Магистральная. В нее упираются Ангарский проспект, улица Декабристов, улица Социалистическая, и вот эти территории, они, это перспективная территория застройки города Ангарска. То есть сегодня идет формирование, выполнение проекта по этим улицам и перспективе строительства дорожной сети, которая позволит уже полноценно осваивать вот эти территории
там идет и малоэтажная застройка, там и соцобъекты предполагаются. Поэтому вот это та перспектива в части строительства именно. Не ремонтов, а строительства новых улиц. Понятно. Ну, тогда, может быть, в завершение именно по ремонту. А что у нас планируется еще? Есть какие-то у нас перспективы на будущий год? Нет, безусловно, я сейчас детализировать не берусь, потому что мы подаем достаточно много заявок, но по деньгам уже начинаем отсекать, какие улицы у нас попадают в следующий год. Безусловно, у нас есть своего рода рейтинг, в кавычках, качественных улиц, или, как сказать, наиболее убитых, назовем это так уж, прямым текстом. Но я как водитель их не так много наблюдаю, на самом деле, когда езжу. Ну да, вот все-таки количество их уменьшается, но они остаются. У нас есть улица Глинки на участке от Карла Маркса до Мира. У нас есть улица Оречкина мимо гимназии номер 1 в 7-м микрорайоне. Вот эти улицы, они в приоритетах уже на следующий год. Ну, еще ряд улиц, то есть постоянно. Я думаю, что сегодня мы уже начинаем думать о выходе с ремонтами капитально на периферийные улицы. Все-таки у нас, когда мы выбираем приоритеты, много нареканий и справедливых нареканий в части уличной сети, там, микрорайона Северный, значит, периферийных территорий. Что делать? В рейтинге на первом месте всегда будет стоять улица с пропускной способностью 1000 автомобилей в час. И никогда ее не обгонит улица с пропускной способностью 100 автомобилей в час. Поэтому здесь приходится выбирать. Но на сегодня вы действительно правы, что у нас появляется возможность уже выходить на периферийные улицы с их капитальным ремонтом или на замену покрытия с грунтового на твердое. Понятно, понятно. Ну, в принципе, Сергей Анатольевич, я думаю, что и мне, и телезрителям вполне понятна ситуация с дорогами, наше дальнейшее будущее, связанное с их ремонтом, строительством. Спасибо большое за подробный рассказ. Наше будущее напрямую зависит от продолжения федеральной программы и от наполнения деньгами. Мы всячески пытаемся убедить на этих цифрах, примерах и расчетах, сколько денег требуется в программу. Вот как только мы наполним в соответствии с нормативами, ведь на все, все можно посчитать. Все можно посчитать. Вот сколько требуется на содержание этого, сколько требуется на содержание этого. И просто надо понять, что вот если мы на эту цифру не выходим, то говорить о ликвидации такой проблемы российской, как дороги, не приходится. Либо мы выходим на определенную цифру и говорим, да, вот этих денег достаточно. Вот теперь мы можем в обозримой перспективе, в конкретном году сказать, все, ребят, про это забыли. Движемся дальше. Что у нас там в приоритетах? Вот таким образом. Но пока имеем то, что имеем, мы стараемся эти ресурсы эффективно использовать. Это была программа «Актуальное интервью». С нами в студии был мэр Ангарского городского округа Сергей Петров. Спасибо большое. Спасибо вам. Всего вам доброго. Всего доброго. До свидания.